да, тоже вот как создавалась твоя песня «Be My Guest»? Это вообще случайность, и, в общем-то, я не собиралась ехать ни на какое Евровидение еще в конце, даже в начале этого года. Но ты не передумала сейчас? В конце ноября я получила письмо от группы Kiwi Project, которые написали, что говорит: «Анна, вот, высылаем тебе песню, думаем, по нашему мнению, что ты ее напишешь и исполнишь лучше, чем все». И я вот включила, как обычно, прослушиваю песни, которые мне присылают. И уже с первых там нот, я думаю: ух ты, этника, красиво, дальше что будет? То есть я обычно слушаю начало и, в общем-то, дальше не продолжаюсь, мне не нравится. Здесь я думаю: интересно, что дальше? Дальше начинается такой европейский дэнс, ничего себе, думаю, а что же будет дальше? А дальше еще начинается какой-то африканский этнокусочек. И я просто сидела, не могла поверить, решила, что так, ладно, надо, чтобы неделька прошла, послушать. Через неделю, может быть, я слишком радуюсь. Но через неделю я опять включаю их музыку, я понимаю, что не может быть. Это мега-дэнс, это мега-позитив, и нужно сюда написать что-то супер-позитивное. Так и родилась у меня название песни «Be My Guest», и, в общем-то, текст очень быстро, потому что вся эмоция этой песни настолько передалась и вдохновила меня на то, чтобы что-то такое красивое написать, что будет объединять вообще всю планету.